Первые репетиции участников концертной программы для международной выставки форума «Россия» проходят на сцене Русского драматического театра. Здесь собрались те, кто в конце ноября отправится в Москву и будет выступать на ВДНХ. Список участников уже составлен. Как сообщила министр культуры Светлана Баулина, Мордовию там будут представлять 285 артистов и танцовщиков. Это и государственный ансамбль песни и танца «Разгуляй», это и ансамбль песни и танца «Умарина», и фольклорный ансамбль «Келу», и «Торома», и «Мерема», и наши солисты, группа «Отечество». Культурная программа Мордовии на выставке уже утверждена. Наши коллективы будут выступать в день презентации региона 30 ноября на главной сцене ВДНХ с 18.30 до 21 часа. Кроме того, на ВДНХ же пройдет показ новой коллекции этномоды «Мастерланга». Это совместный проект «Вармы» и фольклорного ансамбля «Мерема». Обещают, что будет не скучно. Если только старину мы будем выносить на сцену, это будет немножечко, как я говорю, мы выходим, запели песню многоголосную, хорошо, куплеты 3-4 посидели, дальше начинают все ерзать, когда они уже перестанут петь. А когда эта программа идет в фолк-варианте, с добавлением различных музыкальных стилей в музыке, насыщение музыкальной композиции плюс использование этнических инструментов, это всегда интересно. Тем более, когда еще добавляется зрелище, варма, это современные костюмы, основанные на отдельных элементах традиционной и вышивки, традиционных украшений, головные уборы, я думаю, что вообще программа фееричная получилась. Ключевой элемент шоу – мордовская свадьба. Участники воссоздадут максимально похожую на настоящую церемонию с обязательными этапами – сватовство, выкуп невесты, свадебный поезд и застольные песни. Тем более, что во многих селах Мордовии этот обряд сохранился. Главные участники мордовской свадьбы – настоящие молодожены. Ребята заключат брак в одном из ЗАГСов Москвы, а потом примут участие в обряде. А еще на международной выставке в форуме России выступят победители фестиваля «Шумбрат Мордовия» прошлого года. Об этом сообщила министр культуры Светлана Баулина. Народные таланты выйдут на сцену в финале концертной программы на форуме «Россия» на ВДНХ. Своя история на форуме будет и у мордовского Деда Мороза Якшама Атя. Он вместе с новогодними волшебниками из других регионов будет принимать желания малышей под новогодней елкой ВДНХ. Заодно покажет лучшие мордовские елочные игрушки. Мы представили еще три проекта, которые находятся на рассмотрении. Во-первых, это День мордовских языков. Для нас очень важно провести на выставке День мордовских языков, и нам бы хотелось собрать наших земляков, представителей регионов с компактным проживанием мордовского населения на выставке «Россия», и тогда мы предлагаем в этом случае замечательный национально-фольклорный праздник «Шумбрат» там на выставке. Мы бы хотели заявиться с замечательным проектом «Торома на все времена». И такой проект, мы знаем, это фольклорная музыка с симфоническим оркестром. Международная выставка «Форум России» откроется на ВДНХ 4 ноября. Каждый регион будет презентовать себя, свою культуру, промышленность, возможности и идеи. Презентация Мордовии назначена на 30 ноября. Юлия Парунова, Андрей Просвиркин. Наши новости.